Нам нужна глубина переработки целлюлозы. Нам нужно из этой целлюлозы делать соответствующие упаковочные материалы, делать мешки. Вы знаете, поставлена мною задача, чтобы уйти от полиэтилена. Разлагается этот полиэтилен столетиями, поэтому надо от этого уходить. Надо все это заворачивать, булочки, пирожки и прочее, в бумагу. У нас этого хватает добра. Но из этой целлюлозы, значит, надо создать эту упаковку и другие материалы. Поэтому мною принято сегодня решение построить здесь за стенкой рядом цех, купить машину, она не дешевая, наверное, 80 миллионов евро будет стоить, но мы пойдем на эти траты, поставим машину и будем перерабатывать здесь целлюлозу. И таким образом из 400 тысяч тонн, которые вы произведете, 300-350 тысяч мы переработаем здесь, на месте, и поставим своим предприятиям. На экспорт останется 50 тысяч тонн. Второе направление, я не думаю, что нам надо откладывать это, мы должны произвести вискозную целлюлозу. Вы на этом предприятии это можете сделать. Нужна осина, ольха, которую у нас сегодня девать некуда, она пропадает. И поэтому нам надо ускориться. Мы ее здесь переработаем. То есть все, что вы здесь производите сегодня, вы продаете за хорошие деньги. Это нормально. Вам надо возвращать кредит, который вы взяли. Вам надо с бюджетом рассчитываться. И это просматривается. Кроме всего того, что вы продаете, нам надо переработать это. Надо переработать и получить ту конечную продукцию, которая нам нужна и которую делают те, кто покупает у нас целлюлозу. Мы им продадим готовую продукцию. Но это совсем другой уровень нашей страны. Знаю, что вы неплохо, хоть не вышли на мощности запланирования, неплохо работаете, неплохие доходы, но должно быть лучше. Вот цель моего приезда. Я хотел сам убедиться в том, как выполнено мое поручение по строительству этого комбината.